чтобы соединились, тренировка стретчинг, направленная на растягивание всех групп мышц, на растягивание всего тела. Цель нашей тренировки – расслабиться, растянуться, почувствовать свое тело как новенькое, если можно так сказать. Ну что, давайте будем начинать. Нам для этого нужно всего лишь пространство, ковер, плед, какая-то любая поверхность, которая обеспечит вам непрямое касание с полом. Также мы будем принимать с вами разные позы в процессе тренировки, которые будут, возможно, проскальзывать, если вы на пледе. Поэтому лучше остаться в носочках, либо совсем босиком, чтобы по полу ноги не скользили. Поставим стопы на ширину таза. Также подтянем пресс, да, как и на всех тренировках. Ягодицы, собираем лопатки. Почувствуем себя в своем теле, сделаем глубокий вдох. Набираем легкий воздух и расслабляемся, выдох. И еще разочек вдох. И опускаемся, выдох. Вам нужно перенастроиться, либо настроиться только на стретчинг. Поднимаемся вверх. Кисти собираем замок. Постараемся максимально себя вытянуть сейчас. Пятки на полу, за макушкой тянемся вверх. Позвоночник длинный. Если хочется, можно еще удлинить себя, встать на полфасе. Хорошо, опускаем пятки с прямой спиной, опускаемся вниз, расслабляем корпус. Сейчас повиснете, как будто верхнюю часть тела вовсе отключили. И дальше с подруги таза медленно поднимаемся вверх. Оставим голову внизу, добавляем кисти, и мы начинаем с вами расслабление с верхней части тела, с шеи. Чувствуем, как сейчас расслабляется шея, верхняя часть спины. Обращаем внимание на то, что сейчас нет прогиба в пояснице, да? Таз находится на месте. И убираем голову направо. Грудной клеткой потянемся вверх, шея длинная сейчас и полностью расслаблена. Все движение за счет противоположной стороны. Кистью с усилием тянемся к полу, растягивая всю боковую часть. Подбородок уберем в диагональ ключицы. Посмотрите, руку отведу чуть-чуть назад. Постараюсь подключить верхнюю часть трапеции. Расслабляемся. Класс. То же самое сделаем с другой стороны. Нагрузка у нас должна быть обязательно симметричная. Мы стремимся к тому, чтобы наше тело было красивым, ровным. И убираем подбородок в диагональ ключицы. Руку отводим также назад. Чувствуем, как растягивается шея, верхняя часть спины. Отлично. Опускаем руки вниз и начинаем рисовать головой полный круг. Сейчас у каждого из вас своя амплитуда, да? Но мы все стараемся не закидывать голову слишком назад. Сзади движение головой минимально. Отлично. Поднимаем взгляд вверх. Переходим на плечевой пояс. Сейчас кто с тренировки, вам уже должно быть хорошо и тепло. Если кто-то вновь присоединился к нам, ваша задача сейчас первые 5-10 минут работать максимально активно, да, чтобы чуть-чуть прогреть тело. Желательно сейчас закрыть окна, если есть, надеть теплые носочки, чтобы сохранять свое тепло в теле. Отлично. Кисти собираем задом, грудной клеткой потянемся вперед. Возможно, это не так просто, но постарайтесь как можно выше приподнять руки. Шея длинная, посмотрите, плечи внизу. И разворачиваем подбородок как можно больше назад за спину. За плечи. Выдох. И в своем темпе. Каждый раз. Вообще все движения сейчас в этой тренировке будем делать в своем темпе. Стараемся делать так, чтобы было комфортно, ощущалось вытяжение. Отлично. Хорошо. Опускаем руки вниз. Сейчас кисти перед собой заново. Подкручиваем чуть-чуть таз. Колени, посмотри, согнутые, округляем грудной отдел и вытягиваемся, делаем выдох. Потянемся вперед, все в обратную сторону, сделаем вдох. И также выдох и вдох. Для начала нам нужно прогреться, да? Чтобы было тепло, чтобы тянуться было легче. Поэтому еще раз повторюсь. Те, кто сейчас в тренировке, вам должно быть чуть легче работать.
Шел, задерживая себя в этом положении, подкручиваем таз, кисти в замок и поднимаем руки вверх. Сделаем сейчас движение круглой клеткой вперед, кисти толкаем назад, посмотри. Сейчас не прогибаемся сильно в пояснице, поясница нейтральна, а вот крутое дело тянем как можно больше вперед, руки тянем назад. Чувствую, как вытягиваются грудные мышцы, плечи. Хорошо, руки сбрасываем, округляем снова спину и подхватываем себя сейчас под колени накрест. Посмотрите, за лопатками разъезжаемся в разные стороны, ближе к потолку. Отлично. Сделаем то же самое, только свернем руки и продолжаем вверх. Чувствую, как немножко изменилась нагрузка, да? Отлично. И поднимаемся вверх. Снова в обратную сторону. Заметили, нам очередное с вами движение противодействия. И открываем локти в сторону. Сейчас головой ложимся на свои кисти, как на подушку, собственно. Шутка очень в тему. Раскрываем локти. И чувствуем, как тянутся грудные мышцы. Возможно, у кого-то будут тянуться мышцы под лопатками, либо в шее. Сейчас строимся обратно выдох. И снова раскрываемся. Вдох, ребра, раскрываем как можно шире. И выдох. Возьмите себе на заметку это движение. Снова вдох. И выдох. Супер, вдох. Оставьте себя в этом положении. Посмотрите, поясницу сильно не прогибаю, да? Все еще вытягиваю грудной отдел. Отлично. Хорошо, опускаем руки сейчас вниз. Снова встаем прямо, стопы на ширине таза. Сейчас руки убираю на пояс и буду вытягиваться. Начинаем, посмотри, очень с маленькой амплитуды. Наша задача сейчас не согнуться, а вытянуть себя по диагонали вверх. При этом грудная клетка и взгляд направлены на потолок. Вы можете усложнить себе задачу и работать сразу двумя руками. Я люблю, когда у меня есть фиксация на поясе. Здесь уже каждый сам выбирает для себя. И с каждым разом мы будем увеличивать нагрузку, амплитуду и опускаться все глубже. Каждый раз делаем выдох. Да. Также можете работать чуть медленнее, чуть быстрее. Здесь стрейчинги, все по ощущениям. Нужно чувствовать приятное вытяжение той мышцы, которую тянете. Выдох. Прямо от самого бедра до кисти ровной линии. Выдох. Отлично. Чувствуете, да? Вы значительно опустились уже глубже. Уже подключаются более глубокие мышцы. Супер. Мы задерживаемся в одной точке. Давайте начнем справа. Здесь уже точно у нас опора на бедре, чтобы не создавать никакого дискомфорта в пояснице. Выдыхаем. И все дальше тянется за кистью. Класс. Другая рука точно так же. Себя удлиняем. Отлично. Поднимаем все вверх. Класс. Расслабляем руки. Сейчас перед собой правая рука. Потянем плечи, грудь, мышцу. Если вам хочется нагрузки чуть больше, можете скрутиться за кистью. Это не обязательно. Классно. То же самое сделаем с другой руки. Уходим на скручивание. Чувствуем, как вытягиваются плечи. Напоминаю тем, кто вновь к нам присоединился. Мы с вами начали с верхней части тела. И дальше будем опускаться все ниже и ниже. Класс. Снова правая рука. Сейчас тянемся кистью к самому центру спины. Мы с вами постараемся спрятать локоть за голову, да? Не просто кисть на центре, а прямо прячем туда локоть. Взгляд убираем на сторону плеча. И опять своей головой ложимся на локоть, как на подушку. Смотрим вниз. Чувствуем, как растягивается плечо, трицепс. Класс. Сбрасываем руки. И то же самое с другой руки. Точно так же прячем локоть как можно больше за голову. Взгляд убираем на сторону открытого плеча и кладем голову вниз. Супер.
Отлично, пускай руку вниз, сейчас руки расслаблены. Дальше мы продолжим тянуть с вами верхнюю часть тела, только будем делать это уже на полу. Вставайте на самый-самый край ковра, или просто чуть подальше, если вы работаете просто на полу. Поднимаем руки вверх. Сделаем скручивание. Ныряем кисти, шея, грудной отдел, поясница. Сейчас тело как будто обмякает с каждым разом все больше. Класс. Останемся внизу полностью повисли. Руки сейчас собираем, локтевой замок, колени пока могут быть немного согнуты, если у вас растяжка хорошая, прямые. Сделаем несколько движений головой вперед-назад, расслабляя шею, как будто говорим головой «да». Очень просто здесь. Расслабление, релакс. И также из стороны в сторону говорю головой «нет». Посмотрите, голова болтается, как на шарнире сейчас. Никаких лишних движений, все, я дала себе толчок, и дальше голова расслабилась. Класс. Руки опускаем, выдыхаем, весь воздух из легких. Колени сгибаем, подкручиваем таз и очень медленно вытягиваем позвоночник, поднимаем все вверх. Класс. Руки на пояснице, сделаем вдох и удлиняя себя, возвращаясь в выдох. Постараемся не нагнуться, да, а вытянуться вверх, как будто за веревочку вас кто-то притягивает, вверх, вдох. И возвращаемся в выдох. Хорошо, снова скручиваемся уже без помощи рук, тело расслаблено. Класс, проходим руками вперед. Мы начнем с вами, как всегда, с косого, поэтому колени будут согнуты. Опускаемся в позу треугольник. Грудной клеткой на выдох, тянемся колени. Ягодицы и копчик направлены как можно выше к потолку. Макушкой тянемся вниз, удлиняем позвоночник с нижней стороны. Отлично. Сохраняем ровное дыхание. Делаем вдох и на выдох грудной клеткой больше тянемся коленем. Снова вдох и выдох. По возможности постарайтесь сейчас выпрямить ноги. Если нужно, поставьте их чуть-чуть дальше. Так, чтобы действительно тело ваше было похоже на треугольник. Класс. Поднимаемся на пол, пальцы подкручиваем себя. И через лапу опускаемся вниз в положение прогиба. Поясница расслаблена, растягиваем пресс, спину. И также через скручивание ныряем, уходим в позу ребенка. Расслабляемся здесь. Полностью расслабьте руки, расслабьте шею, плечи, спину. Супер, посмотри, за руками сейчас проползаем вперед так, чтобы в бедрах осталось 90 градусов. Мы все еще работаем с вами над верхней частью тела, только уже на полу. И в это положение чуть задержимся. Класс, переходим вперед на локте и полностью остаемся лежа на полу. Сейчас внимательно. Мы кладем правую ладонь на пол, отводим ее четко в сторону. Через верх заводим левую стопу и уходим на легкое скручивание. Мы сейчас с вами тянем грудные мышцы, чуть-чуть тянется плечо, разворачиваемся и как будто стараемся соединить две ладони в обратную сторону. Отлично. И возвращаемся. Обратно лежа, убираем руку. То же самое делаем с левой ладонью. Она четко отходит в сторону. Правую ногу закидываем вверх и уходим на разворот. Очень кайфовое положение. Стараемся расслабляться. Очень приятно. Будет время, можете попробовать сделать то же самое около стены. Отлично. Убираем руку, разворачиваемся. Хорошо. И снова поднимаемся через прогиб. Поза ребенка. Продолжаем расслабляться. Отлично. Выше. Класс. Поднимаемся вверх. Мы снова с вами возвращаемся в треугольник. Прямо вот из этого положения ноги выпрямляем. Только сейчас стопы уже будут максимально близко друг к другу. Посмотрите, пятки пола не касаются. И мы сейчас по одной, вот через такое движение, стремимся пяткой достать пол. Вытягиваем икроножные мышцы и вытягиваем спину.
естественно, ноги, да, попутно тянутся, также плечи. Это уже понятно. Постарайтесь делать то же самое двумя ногами. Сразу две пятки тянутся в пол. Посмотрите, у нас нет вот такой круглой спины. Мы стремимся ягодицы как можно выше направить к потолку. Пятки тянутся к полу, расслабляемся, дышим. Сейчас вытягивается полностью вся задняя поверхность тела. Отлично. Снова откручиваем таз, уходим на других, расслабляемся. Действуем на противодействие сейчас в одну сторону и в другую. Класс. Ну, возвращаемся на колени, снова ставим стопы и снова треугольник. Подходим руками ближе к ногам. Тело расслаблено, да, как в самом начале. Сейчас приподнимаемся вверх, руки остаются на коленях. Я остановлюсь боком, чтобы вам было понятнее, что происходит. Посмотри, сейчас тело находится на параллели с полом. Вот из этого положения стараюсь как можно больше представить себя за грудной клеткой вперед. Представлю, как прогибалась бы кошка, точно так же тянемся грудью вперед. Сейчас сохраняю ровное дыхание. Вдох. Опускаюсь чуть глубже. Выдох. У каждого из вас сейчас будет такая легкая, если это можно так назвать, пружина, да? Без скачек, без рывков. Очень плавно поднимаюсь вверх, сделаю вдох. И опускаюсь вниз на выдох. Делаю вдох. И снова опускаюсь, выдох. И сейчас прям по скатам. Опускаемся все глубже и глубже. Снова вдох. И опускаемся вниз, выдох. И вдох, и выдох. До тех пор, пока ладони не достанут до пола. В этом положении постараемся расслабиться. Все, я сейчас сама отключусь от удовольствия. Как хорошо тянутся ноги, спина. Отлично. Сейчас правую ладошку спрячу под правую стопу. Левую ладошкой под левую стопу. И в этом положении еще больше расслабляемся. Делаем вдох. И с каждым выдохом продолжаем опускаться еще ниже. Отлично. Продолжаем. Еще больше опускаемся вниз. Кстати, никаких шуток, да, про вдохи и выдохи. Мы не просто так это делаем. На выдох тело максимально расслабляется, что позволяет нам удлинить мышцы в этот момент. Вдох и расслабиться. Максимально опускаемся в выдох. Хорошо, достаем сейчас одну ладошку, вторую. Можно согнуть колени и из-под руки тазом очень мягко, плавно поднимаемся вверх. И стена поясницы. Сделаю вдох и также в противодействие себя выталкиваю выдох. Отлично. Мы с вами сейчас продолжаем опускаться вниз. Начинаем с макушки, скручиваемся. Будем совмещать движения, которые были до этого, более сложные. У нас с вами треугольник сейчас в теле. Уже ноги сзади немного растянуты. Плечи готовы, руки. Выталкиваем вверх правую ногу. Внимательно. Наша задача сейчас держать бедра прямо. Не разворачивать, да, их в сторону. А так, чтобы тазовые кости были направлены прямо параллельно с полом. И начинаем поднимать ногу как можно выше. Стремимся встать так, чтобы от стопы до кисти была ровная линия, да? То есть идет стопа, кисть. Ой, извините, стопа. Давайте вместе ягодицы. Плечи, и после этого уже макушка и кисти, ровная линия. Каждый раз стараемся себя завышать все больше и больше. Чувствуем, как подрывается вся опорная нога, уже начинает гореть сейчас просто мышцы. Становится тепло. Это, собственно, то, чем мы и добиваемся. Отлично, еще больше поднимаем ногу вверх. Хорошо, встаем вниз. Сейчас без отдыха сразу взлетает левая нога. Напомню вам, да, никаких разворотов в бедрах, в корпусе. Вес тела прямо распределяем сейчас на три опоры. На три точки опоры, да, это две кисти и стопа. Стараемся как можно выше подняться. Сохраняем ровное дыхание.
все время, да, мы здесь в корпусе теряем, стараемся как можно больше тянуться к колену. Носок тянется вверх, как будто привязали себя за стопу. Как у меня уже начинает спугаться грудь, да? Сюда обязательно контролируем. Хорошо, еще 4, тянемся выше, 3, 2, 1. Опускаем ногу, пройду за кисть чуть вперед. И опускаюсь через планку, опять противодействие пройду. Давай ныряем с макушки, опускаемся через круглую спину, снова в позу ребенка. Отдыхаем. Чтобы руки отдохнули, мы можем лежать прямо вдоль колен. Сейчас очень приятное положение. Наверное, самое приятное во всей тренировке. Сохраняем дыхание или восстанавливаем его, если было тяжело. Можно сделать несколько вращений кисти, да, в этом положении, чтобы ее расслабить. Ну что, мы достаем руки обратно, обратно поднимаемся в любимый треугольник, фиксируем себя, пятки, кисти, и взлетает вверх снова правая нога. Вы уже знаете, что делать вместе со мной. Только сейчас я ее чуть-чуть могу присогнуть, могу оставить прямой, и как раз начинаю сдвигать бедра. Тянусь как можно больше в противоположную сторону. Сейчас нога может быть прямая, может быть согнутая, мы себя скручиваем, подключаем внутреннюю поверхность бедер, усложняем задачу, при этом мы продолжаем тянуться к колену грудной клеткой. Хорошо, еще 4, тянемся выше, 3, 2, 1, сгибаем ногу. Разворачиваем бедра обратно и спускаем ногу плавно. Также взлетает другая нога. Сначала вытянуться через уже известное нам положение, дальше через сгиб, перейти полностью прямой ногой, насколько вам позволяет растяжка, начинает скручиваться. Как дела? Хорошо. Продолжаем тянуться вверх. Отлично. Я думаю, что если у вас дома есть кошка, она уже наверняка оценила эту позицию. И уже где-то рядом с вами. Продолжаем тянуться вверх. Класс. Еще 4, 3, 2. Тянемся вверх. 1. Возвращаем бедра на параллель. Спускаем ногу. Класс. Ну что, самое время отдохнуть. Проходим за кистью вперед. Слабились. И снова уходим в позу ребенка. Отлично. Руки можно оставить перед собой. Можно убрать вдоль тела. Восстанавливаемся. Да? Также вращение кисти, если хочется. И в этом положении остаемся. Супер. Я предлагаю вам просто подняться без всяких переходов. Сейчас мы расставим вверх. Отлично. С руками касаемся пола, ставим стопы, медленно вырастаем, круглая спина. Кисти на пояснице, сделаем вдох, задерживаем себя в противодействие. Отлично. Ну что, сбрасываем ноги. У нас с вами как раз прошло уже где-то пол тренировки. Наша задача прогреть также хорошо нижнюю часть тела. Опускаем корпус уже в знакомое нам с сегодняшней тренировки положение. Корпус на параллели с полом. Только ноги стоят чуть шире, чем делали до этого. И скользим пружиной вдох, опускаемся вниз, выдох. Наша задача сохранять прямую спину, да, вот отсюда. Мы тянем себя за грудной клеткой вперед. И опускаемся вниз, выдох и вдох. И снова выдох. Можно глубже затягивать свое тело внизу, вдох. И выдох, вдох. Я встану прямо к вам. Продолжаем. Хорошо, самое время опустить руки вниз. Если есть возможность, даже локти полностью, не только кисти. И мы сейчас начинаем себя раскачивать от правой ноги к левой. Здесь уже полностью ваша инициатива в плане времени. Мы задерживаемся на одной ноге столько, сколько вам тело подсказывает. Делаем выдох, стараемся расслабить. Сюда корпус прижимаем к ноге.
нам работать уже достаточно просто, потому что мы уже с вами работали с задней поверхностью ног, когда находились в треугольнике, да, уже коленные мышцы, связки немножко теплые. Хорошо, мы работаем в динамике, да, сейчас. На нога, другая чередой. Супер. И задержимся сейчас на одной ноге. Помните, да, про спину, вот из этого крючка мы стараемся вытянуть свое тело и сделать его более длинным. Не носом тянемся, да, к колену, а животом. Стараемся живот опустить на бедро. Отлично. Все еще на одной ноге. Лежим. Еще 4, 3. Сделаю максимально глубокий вдох и выдох. Сильно прижимаю сюда к ноге. Класс. Смена стороны. То же самое мы сделаем на другой стороне. Мой вам такой шуточный совет. Сейчас постарайтесь определить, какая нога тянется у вас чуть хуже. И все время, когда мы с вами будем дальше в тренировке делать упражнения, начинайте именно с нее. Приятно удивитесь. В конце тренировки, или, может быть, в конце нескольких тренировок, что больше у вас нет той ноги, которая тянется чуть-чуть сложнее. Наша задача быть симметричными, ровными, красивыми. Класс. Хорошо. Ну что, руки снова на центре, макушкой смотрим вверх, прямо на меня, я на вас. И начинаем сейчас сгибать колени по одной. Опускаться вниз. Что мы делаем? Мы натягиваем полностью всю внутреннюю поверхность бедра. Делаем выдох и поднимаемся, вдох. И снова выдох. Посмотри, только сейчас я начинаю опускаться ниже, да, мы не торопимся, стараемся себя очень мягко прогреть. И вот теперь уже могу себе позволить опускаться ниже и ниже с каждым разом. Посмотри, пока колени смотрят относительно прямо, да, чуть-чуть по диагонали, мы продолжаем прогреваться. Постарайтесь, пожалуйста, не работать быстро, чтобы бедра не уставали. Мы нагрузку добавляем постепенно. Хорошо. Задержимся на одной ноге. Давай так, сейчас поднимаемся на полупальцы. Колено открывает как можно больше в сторону. Второй носок тоже смотрит вверх, да? Колено прямое. И мы кладем корпус вперед по диагонали. Чувствуем, как натянулась вся внутренняя поверхность у правой ноги. Или у левой. Помните, да, я вам подсказала небольшой лайфхак? Если вдруг вам легко, как и мне, вы можете проехать за ногой чуть больше вперед и опуститься на пятку. Тогда нам нужно будет сдерживать колено локтем или кистью и направляем его в сторону. Стараемся расслабляться, к этому положению привыкать. Супер. Очень аккуратно, желательно без резких подъемов, переходим на другую сторону. Я окажусь сразу на пятке. Вы можете подняться также на носок. Обращу ваше внимание, что пятка находится примерно где-то на уровне пупка. Колено открыто в сторону, носок открыт вверх. И мы кладем себя по диагонали. Я сразу спущусь на пятку. Вы можете делать это вместе со мной. Можете остаться на носке, как вам комфортно. Стараемся расслабляться. Здесь уже не так силовой, да? В силовой мы с вами делаем выдох на сокращение. На тот момент, когда мы толкаемся, бьем на резкий момент. Здесь, наоборот, выдох на самый мягкий момент. С каждым выдохом стараемся себя еще больше вытянуть. Класс. Сейчас очень аккуратно, опасный момент, опускаемся на ягодицы. Да. Ну и собираем. И сделаем несколько вот таких движений. Расслабляем ноги. Отлично. Класс. Мы останемся сидеть на ягодицах. Ноги открываем как можно шире, насколько позволяет тело. И сейчас работаем снова в динамике. Практически то же самое делаем, что делали стоя.
Ольга, сидя, каждый раз выдох, вдох. Не толкаемся, да, быстро телом делаем движение мягко. Удлиняя с каждым разом себя все больше и больше. Без круглой спины, да, мы стараемся себя вытянуть. И продолжаем. Выдох. И вдох. Супер. Давайте сейчас задержимся на той ноге, которая похуже тянется. Ту, которая получше поставится сладенькая. Продолжаем расслабляться. Отлично. Стараюсь не сидеть долго в одном положении. Стараюсь с каждым разом себя удлинять. Чувствую, стало легко. Раз, еще больше, значит, могу опуститься. Супер. Пойдем то же самое сделать на другую ногу. Опускаем корпус, расслабляемся, дышим. Себя удлиняем. Две ягодицы сейчас сидят на полу, обратите на это внимание. Супер! Две ладони держатся сейчас за пол, и мы делаем полукруг сейчас от стопы до стопы. Каждый раз все ниже и ниже опускаемся. За последним разом максимально низко опустились и опускаемся вниз. Это могут быть кисти или могут быть локти, насколько вам позволяет тело. Я рекомендую вам не опускаться низко, а лучше сесть высоко, но с прямой спиной. Чувствуете, да, как вытянулись мышцы сразу во внутренней поверхности бедра, когда вы сидите прямо. Тело длинное, ему комфортно. Продолжаем расслабляться. Хорошо. И засиживаемся, да, на одном месте. Стараемся себя раскрыть на максимум. Все делать очень мягко, аккуратно, без резких движений. Хорошо. Так, задержимся еще чуть-чуть. Давай еще 8 счетов. Постарайтесь максимально расслабиться. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Самый глубокий вдох и нырнули вниз. Хорошо. Поднимаемся вверх. Точно так же, как мы уже делали, без помощи рук мы собираем ноги и сделаем несколько расслабляющих движений. Отлично. Мы сейчас будем менять положение. Поднимайтесь вверх. Толкаем вперед правую ногу. Наша задача сделать ноги, точнее поставить ноги на грудные. И опускаемся вниз. Две руки по обе стороны от ноги. Бедро смотрит в пол. Стараемся в этом положении зафиксировать себя комфортно. Почувствуем вытяжение с внутренней поверхности бедра, задней поверхности бедра, передней ноги и переднюю поверхность бедра задней ноги. Главное не забудется. Хорошо. Толкаем таз назад, натягиваем всю заднюю поверхность, сокращаем стопу и с прямой спиной вниз опускаемся, делаем выдох. Снова та самая легкая пружина. Вдох. И плавный толчок вниз. Выдох. Класс. Вдох. Опускаемся вниз. Давайте мы останемся внизу. Полежим так на ноге. Расслабляемся. Сохраняем ровное дыхание. Отлично. Поднимаемся вверх. Вырастаем и начинаем себя раскачивать. Меняем два положения, уходим вперед и назад. Фиксируем себя на руках. Отлично. Остаемся сейчас на опорной ноге.
одна в кабине. Видно, на ягодицах вариантчик посложнее. Самый сложный вариант вытянуть себя на ноги. Задерживаемся в любом из этих трех положений и стараемся расслабить. Чувствуем, как растягивается вся передняя поверхность, сами ноги, бедра. Также продолжаем втягиваться в паховую область. Отлично. Два локтя по лбу прямо на пол. Разгоняемся, да, усложняем немного нагрузку. Посмотрите, наша задача держать стопу прижатой к полу, чтобы она не отворачивалась. Колено может подходить насколько ему комфортно, а вот стопа плотно прижата к полу. Расслабляемся. Давай мы здесь ненадолго. Еще 4. Отлично. 3, 2, 1. И поднимаемся вверх. Супер. Разворачиваемся через центр на другую ногу. Просто делаем переход, также выставляем ветки на одну линию. Обе руки по обе стороны от опорной стопы. Себя фиксируем. Устраиваемся. Чувствуем, как тянутся уже в других местах ноги. Отлично, привыкли и уходим назад, сокращаем стопу сейчас. Точно так же опускаемся на выдох вниз, на вдох вверх. Нет никакого перекоса в бедрах, тело ровное, нога длинная. За макушкой также вытяните себя вверх, делаем вдох и опускаемся в выдох. Если вы хорошо растянуты, можно корпус постараться сразу опускать в полу или задержаться в стазике. Продолжим вдох и вверх. Еще несколько раз. И последний раз вдох, выдох. Хорошо, опускаемся внизу, кладем корпус полностью на колено, расслабляемся, отдыхаем. Стараемся с этим положением слиться к нему, привыкнуть. Отлично, еще 4, полностью расслабляемся, 3, 2, 1, и толкаем себя вперед. Поднимаемся на колено, сейчас, если вдруг вам, кстати говоря, тяжело стоять с коленом на полу, вы можете взять подушку и подложить под колено что-то мягкое, чтобы вам было комфортно. Также можно убрать руки на ягодицы, усложнить нагрузку и подняться и сделать прыжки. Я останусь на самом простом варианте. Хорошо. Опускаемся вниз сейчас прямо на локте. Если вдруг вам тяжело встать рядышком со стопой, вы можете подняться на кисти и встать на локте, но чуть дальше от стопы. У каждого сейчас свой уровень, это нормально. Все время дышим, да, наполняем легкие воздухом. Обогащаем свое тело кислородом. Продолжаем расслабляться. Давайте еще 4 полные расслабления. 3, 2, глубокий вдох и полностью расслабляемся, выдох. Хорошо, поднимаемся вверх. Мы снова прямо через центр разворачиваемся на другую сторону. Посмотрите, сейчас нога дальняя от вас уходит по диагонали. Заднюю ногу постараемся вытянуть как можно длиннее. Оставляем тело прямо по центру. Не смещаясь на бедро, а возвращаясь наоборот ближе. И после этого опускаемся на локти. Тянется сейчас ягодичная мышца. Наша задача их расслабить, сделать вдох в области. Креста, поясницы, ягодиц полностью от тела отключить. Выталкиваем одну руку, другую вперед. И задерживаемся в этом положении. Полный релакс сейчас у ягодицы и у нас с вами. Еще совсем чуть-чуть. Так уж в районе 37
тянуться, задерживаться на каждой мышечный груд, чтобы она успела расслабиться. Если вдруг у вас есть время, запомни какое-то для вас приятное упражнение, можете сделать чуть побольше. Из этого положения подхватываю себя сейчас за стопу. Любой рукой, противоположной рукой, будет чуть-чуть сложнее. Тянемся пятой к ягодице. У нас продолжает вытягиваться ягодица, мы подключили еще и всю переднюю поверхность бедра. Опускаем ноги вниз. Разворачиваемся прямо через ягодицы, меняем сторону. И сделаем то же самое, также дальняя нога от вас. Чем больше угол у нас с вами, да, если будет маленький, будет легко. Чем больше, тем нагрузка сложнее. Опускаемся вниз. Задняя нога очень длинная. Стараемся положить бедро. Привыкаем. Опускаемся на локте. Продолжаем выдыхать. Каскадом расслабляем свои ягодицы, бедро. Желательно прямо вот животом лечь на пятку по возможности. И вытягиваем одну руку, вторую. К этому положению привыкаем. Хорошо, еще четыре. Полностью расслабляемся. Три, два, один. И поднимаемся вверх. Себя выталкиваем. Также подхватываем себя за стопу. Любой рукой. Хорошо. Опускаем ногу вниз. Меняем положение. Разворачиваемся. Сейчас, если вдруг у вас плед, это вообще очень здорово, или какое-нибудь, не знаю, что-то мягкое, можно положить под одно колено, под другое. Я уйду на пол, и мы с вами колени расходим в сторону, да, чтобы не жалко было колени. Опускаемся вниз на локте, и в этом положении остаемся. Чувствую, как растягивается вся внутренняя поверхность бедер. Можно этого, конечно, не делать, можно просто остаться на той поверхности, на которой вы были. Нам сейчас интересно, чтобы колени разъехались в сторону. Давайте так, сейчас остаемся в этом положении. Если вы продвинутый пользователь, можно вытащить одну ногу и чуть больше другую. Все по своему комфорту. Сейчас делаем вдох на выдох. Расслабляем ягодицы. Расслабляем крестец. Поясница сейчас расслаблена. Расслаблены ноги. Только, наверное, в локтях у нас с вами осталось напряжение в шее, чтобы удержать свою верхнюю часть тела. Очень, кстати, удобная поза для чтения или для домашней удаленной работы. Это, конечно, шутка. Нам в этом положении не стоит находиться долго, да? Не больше 2-3 минут. Потому что я думаю, что можно собираться. Мы сейчас с помощью рук толкаемся вверх, собираем свои ноги. И сделаем несколько движений бедрами из стороны в сторону. Восстанавливаем движение. Отлично. Ну что, садимся вниз. Сейчас ноги также расслабим, как делали двое этого, несколько свободных движений. Отлично. В этом положении останемся. Сейчас садимся ровно. Собираем лопатки, раскрываем бедра, сделаем вдох. Выпрямим спину, вытянем сюда. Давайте сократить стопу. И на выдох отпуск опускаем вниз. Постараемся расслабиться. И снова через скручивание поднимаемся вверх, сделаем вдох. И пойдем корпус вниз. Выдох. Подкручиваем таз, позвонок за позвонком, снова вдох. И выдох. Все, дальше мы так работаем, каждый в своем темпе. Если вам комфортно просто лежать, уже тело растянуто настолько, что вам очень удобно, вы можете остаться лежа.
Если еще есть куда тянуться, а всегда есть куда тянуться, продолжаем работать через дыхание. Вдох и опускаемся. Хорошо. За последним разом останемся внизу. Чем больше у нас с вами сокращена стопа, тем больше натяжение. Стараемся выдвинуть колени. И на выдох опускаемся глубже. Глубокий вдох и опускаюсь еще больше вниз. Чуть-чуть приподнялась, натяну носки. Сейчас ладони кладу на свою стопу и постараемся пальцы ног направить к полу. Мы растягиваем всю переднюю поверхность ног, голени. Если вдруг у вас сейчас